С 1 апреля в России увеличат размер социальной пенсии. В этом году сумма денежных выплат достигнет 8311 рублей. Еще одно повышение коснется неплательщиков за коммунальные услуги. Соответствующие поправки в законодательство правительство направило в Госдуму. Согласно проекту, штрафы за просрочку квартплаты предлагается увеличить почти в два раза. С какими нововведениями еще столкнутся жители, смотрите в обзорном материале нашей программы. 1 апреля размер социальной пенсии увеличится. Индексация составит 10,3%. В результате повышения средний размер социальной пенсии увеличится на 777 рублей и составит 8311 рублей. Увеличение денежных выплат позволит повысить уровень пенсионного обеспечения свыше 3 миллионов пенсионеров. В связи с индексацией социальной пенсии увеличится и размер денежных выплат военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также работникам летно-испытательного состава. Кроме того, будут повышены надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам. Индексация социальных пенсий в России осуществляется ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В России почти в два раза могут вырасти штрафы за просрочку оплаты коммунальных услуг. Неплательщики будут выплачивать своим управляющим компаниям 17,7% годовых от неуплаченных сумм. Проценты будут начисляться с 91-го дня просрочки, то есть через 3 месяца. Причем такие штрафы будут выплачиваться не только гражданами, но и всей цепочкой поставщиков коммунальных услуг. Правительство России поддержало проект об идентификации зрителей на спортивных соревнованиях. Согласно законопроекту, фанат должен не только предъявить паспорт в окошке кассы стадиона, но и потом при проходе на спортивную арену показать вместе с билетом документ, удостоверяющий личность. Также чиновники предлагают отсрочить начало действия закона на полгода. По мнению специалистов, проект закона призван повысить безопасность на спортивных аренах в канун проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.